и зрелищ в этот день было в изобилии. Большой праздник урожая Пинского района «Дожинки» в преддверии профессионального праздника работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности принимал агрогородок Оснежицы. Здесь традиционно в конце осени подвели итоги уборочной страды. Так в этом сезоне аграриям Пинщины удалось намолотить свыше 111 тысяч тонн зерна и кукурузы, что в разы превзошло прошлогодние показатели, а также собрать более 4 центнеров с гектара сахарной свеклы. На 30% больше прошлогоднего заготовлено травянистых кормов. Сельскохозяйственный год завершился. Он для Пинского региона завершился достойно. Несмотря вот на эти природные финансовые проблемы, которые были, собран урожай зерна достойный, свыше 111 тысяч тонн. Кормов достаточно для животноводства сегодня. Динамика в основных отраслях, которые приносят деньги, это в молоке и говядина, свинина, положительная. Вот он, достойный результат героев хлебной нивы. Ароматная экспозиция «Хлебный рай» представлена 20 румяными караваями. В приоритете района наряду с полеводством и растениеводством стоит и животноводческая отрасль. Мы в этом году должны где-то выйти на рубеж. Удой на корову составит около 4800 литров на корову. Пересечем рубеж 120 тысяч тонн молока. Это очень хороший показатель и нас радует. По производству молока Пинский район занимает 4 место в республике и почетное 1 по производству говядины. Залог успеха – сплоченный 5-тысячный коллектив тружеников села, работу которого высоко отмечает руководство города и области. Вашим трудом гордимся не только мы, гордятся все белорусы. Ехал сегодня с утра, вот рядышком лежала вот такая вот стопка грамот, которые будем вручать сегодня. Вот посмотрел на каждую из них, на каждую бумажку и подумал: Боже, сколько труда вложено вами, чтобы получить этот документ. И очень приятно то, что ваши результаты получают достойное вознаграждение. Удачи вам! Сам праздник говорит о единстве города и села. Сегодня ваш труд благородный, замечательный. Благодаря ему в Пинске, в регионе нашем, люди получают каждодневно пищу. И эта пища здорова. Спасибо вам за ваш труд. Всего вам самого хорошего. По итогам сельскохозяйственного года на сцене чествовали более 100 победителей и призеров соревнований. От машинистов до руководителей. В зале веселые песни и дружеская атмосфера. Духовенство, десятки организаций и гостей со всего района, области и даже зарубежья приехали поздравить Пинщину с богатым урожаем. Валерий Рябковец, председатель Пинского района, с которым мы сотрудничаем с 2011 года, пригласил нас на дожинки. У нас дожинки проходят в августе после сбора зерновых. Здесь традиция немного другая, после сбора всего урожая. Трудно отказаться побывать на таком празднике, который подводит итог всей работы хлеборобов. Я безумно рад, что мы присутствуем здесь с делегацией Сандомира. Передаю огромный привет Пинщине, Беларуси. С праздником! Героями урожая в этом году можно назвать хозяйства Лопатина, Ласец, Квалище, Оснежицы, Невель, Ставокский, Почапова и многие другие. Уверенную лидирующую позицию который год занимает открытое акционерное общество «Парахонское». Сегодня оно является одним из крупнейших в стране. Здесь насчитывается 23 тысячи голов крупнорогатого скота, из них 4,5 тысячи – фуражные коровы. И, как уверяет руководство, все идет по плану. Деньги в кассе есть. Прибыль есть, рентабельность есть. По году будет 7 тысяч удой на корову. Среднесуточный привес почти достиг килограмм. Выход телят будет на 100 коров 91. Сортом экстра сдано 95% с начала года. Благодаря всего коллектива, сложной работе доярок, животноводов, телятниц. Но мы результаты хорошие добили, то, что перед нами задача была поставлена, мы ее выполнили. Не было
бы достойных показателей у района без грамотного руководителя. Важным моментом мероприятия стало награждение председателя Пинского райисполкома Валерия Васильевича Рябковца знаком за заслуги Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса за добросовестный плодотворный труд и вклад в развитие социального партнерства. Вокруг него собрана команда, способная выполнять любые задачи. Несмотря на трудности нынешнего сезона, аграрии Пинщины сделали все возможное, чтобы обеспечить свой народ продовольствием. Пусть же каждого, кто причастен к этому великому делу, ожидают новые трудовые победы. До нового хлеба!